Всем привет, сейчас 9:20 по местному времени. И сегодня у нас первый день конференции. Дэн, какие у тебя первые впечатления от конференции? Ну, что тут сказать. Поведали нам пульты заморские, посмотрели, рассказали, некоторые пощупали что да как. Собственно говоря, есть из чего выбирать. Мы посмотрели то, на чем будем в дальнейшем работать, вероятно. Ибо пультов заморских-то много. А если сказать, в общем, было, в принципе, очень продуктивно, много разной интересной информации, осталось накопить в районе миллиона, и можно начинать работать. Собственно говоря, это все. Будем ждать, что будет в остальные два дня. Не сомневаюсь, что это будет намного интереснее, нежели чем сегодня. Влад, что тебя больше всего заинтересовало в конференции? Ну, в принципе, сегодня, типа, день был довольно интересный, то есть, ну, не всем понравилось, но нам рассказывали просто про пульты, короче, в целом, типа, технические какие-то характеристики. И, в принципе, мне показалось довольно интересным. Потом мы еще с двумя чуваками зашли в ресторанчик, похавали пиццы, и, в принципе, я доволен. Хорошо. Thank you.